Сегодня днем в Черноморске произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Hyundai. Очевидцы аварии говорят, что в маршрутку из-за угла на большой скорости влетел пьяный водитель такси. Автобус не успел притормозить. От удара его откинуло на жилой дом, тем самым разрушив дворы трех квартир. По предварительным данным, госпитализировали четверых пассажиров автобуса. Девушка, которая находилась на переднем сиденье автомобиля, приняла удар со своей стороны. Ее буквально пришлось извлекать из машины. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Даже не тормозил. Я уходил от него, ну, избежать никак. Сильно большая скорость в Hyundai. То есть он летел, как вы думаете, какая была скорость? Ну, 90 – это 100%. Потому что есть свидетели, пассажиры, мы ехали километров 60 вниз. Уступили пешеходу дорогу, уже начали катиться сюда. Ну, а он вот так вылез, я уже начал уходить от него. Жители дома шокированы. Забор полностью снесен, как и летние дворики. По счастливой случайности автобус не задел газовую трубу. Пострадавших в жилом доме нет. Вот соседка моя проживает в соседней квартире. Позвонил Виталий, срочно приезжай. Тут маршрутка въехала в наши квартиры. Вот я приезжаю, вот вижу вот эту вот ситуацию. Я на кухне сидела на кухне. Взрыв раздался. У меня мать еще парализованная, 84 года. Я открыла беседку на улицу. У меня во дворе стоит маршрутка, снеся забор, стоит маршрутка. Разбито все во дворе. Водителя автомобиля отправили в больницу. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах ДТП.